Всем привет, ребятушки! Поздравляю всех с учебным годом, чтобы все были здоровы, счастливы и любили школу, чтобы все были умными, здоровыми и, ну, учились, конечно, хорошо, на пятерке. Пока! Всем здравствуйте, мои дорогие друзья! Вот Алина поздравила всех школьников с начала учебного года. А я хочу представить свой пирог, сегодня испеченный сливовый пирог. Что для этого пирога мне понадобится? У меня 190 грамм манки в чашке. Сливы, конечно, сметана, сахар, манка, 2 яйца, растопленное масло и 2 столовые ложки меда мне понадобится. Вот в манку 190 грамм я высыпаю 150 грамм муки, просеянной муки. Туда же отправляем 100 грамм сахара. Все сухие продукты тщательно перемешаем. Щепотку соли добавляем. Перемешиваем еще раз. И теперь взбиваем яйца. 2 яйца наших отправляем в чашку. Размешаем их хорошенько. Двести грамм сметаны сюда нужно. У меня в баночке 400 грамм. Значит, я полбанки сметаны отправляю, 200 грамм сметаны. Смешаем с яйцами сметану. Отправим сюда мед, 2 столовые ложки меда. Мед жидкий желательно, у меня гречишный мед, темный, и пирог, соответственно, будет гречишного цвета. Растопленное масло 100 грамм сливочное сюда отправляем. И 10 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем тщательно. Все продукты, чтобы смешались ингредиенты. И теперь это отправляем все в муку. Мука, манка там у нас и сахар. Все, это если строго берете это количество ингредиентов, как раз нужное количество на тесто. Вот такое тесто у нас получается. Оно у меня уже гречишного цвета такого из-за меда. Пока тесто наше должно постоять немножко, чтобы манка разбухла. Все там продукты хорошенько смешались, подружились. Готовим сливу. Отделяем от косточки, разделяем напополам, отделяем от косточки. Затем эти половинки еще на половинки, то есть на 4 части слива делится. Все, подготовили сливу. Тесто наше постояло. У меня минут 30 оно стояло. Выливаем в емкость, где вы будете форму выпекать. Смотрите, чтобы эта форма была хорошая. Вот у меня сковорода антипригарная. Я ее не смазываю, тесто жирное. Если в какую-то другую форму, либо застилаете пергаментом, смазываете маслом, ну, чтобы ваш пирог хорошо отстал. Тесто уложили, разровняли, теперь укладываем сливу. Ну вот так, цветочком укладываем сливу, кусочки сливы. Слива при выпекании, тесто будет подниматься, оно будет окутано слегка нашим тестом. Поэтому придавливать его не надо, просто ее сливу. Просто аккуратненько разложили, вот так я разложила. Духовка у меня уже разогретая, стоит на 180 градусов. Отправим в духовку. Вот мой пирог я вытащила. Он у меня ровно 60 минут стоял.
Вы смотрите по духовке, проверяйте деревянной шпажкой готовность пирога. Присыпала сахарной пудрой. И вот пирог готов, пирог пробуем. Пирог получается бисквит такой нежный, вкусный, с ароматом меда. Сливки, сок или пирог. Очень-очень хорошее тесто такое. Пирог пропеченный, пористый. Поэтому смело по этому рецепту можете выпекать пирог. Тесто дышащее, прям мягкое такое, как видим. Аромат сливово-медовый. Очень вкусно. Готовьте такой пирог. Оценивайте мой пирог. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь рецептом понравившимся со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!